вот выглядит моя малина. Она простояла сутки, дала сок. У меня две кастрюли, 5 килограмм. Один к одному. Ягоды и сахар. Ставлю на медленный огонь и до закипания. Как я стерилизую банки? Очень просто. Мою, выставляю на противень и отправляю в духовку, разогретую на 180 градусов. Вот таким вот образом это выглядит. Духовка разогрета. Отправляем. Что ж, мои баночки готовы. Часть варенья готова. Будем разливать. Чтобы не пролить варенье мимо, я беру вот такую штуку от мясорубки. И вот таким вот образом буду наливать варенье. Ну какая получилась красота! Сейчас накрою теплым одеялом и оставлю до полного остывания. Ну что же, а зимой будет вкусно.